мотиватор. А это у нас, естественно, мясо. Так, давайте посмотрим, что делать. Так, теперь в контейнере я смешу весь клей. Раз, два, три. Вот теперь надо добавить активатор. Вот он. Вот. Теперь добавляем активатор. Надо сделать. Теперь надо это все перемешать. Вау, уже с вами получается. Подольше его как-нибудь. Делаю. Там еще есть чего. Так, у нас получился вот такой слайм. Класс. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.